Всем привет, дорогие друзья! Сейчас покажу очень интересное отличие, которое я нашел на монете 50 копеек Украины 2018 года. Итак, смотрим внимательно. Вот монета в роли. Смотрите, она зеркальная. И у нее вот как отражается палец. Есть. Дальше. Следующая монета из рола. Другого, смотрите, она такая же зеркальная. И вот лучики штемпельного блеска. Это даже чуть-чуть походившая монетка, скорее всего. Да. А теперь смотрите, вот еще вариант. 18-й год. Посмотрите, какой красивый штемпельный блеск. И у монеты матовое поле. Как вам такое, а? А с этой стороны зеркальная. Крутяк. Видите, зеркальное поле. Вот отражается палец. А здесь матовое поле. И штемпельный блеск. Вот какой прикольный. Но речь не об этом. Смотрите. Новый годовой набор монет Украины 2020 года. 10 копеек. Уже очень желтая. Пожелтела вся в патине. Полтинник еще более-менее держится, но десятка уже прям вообще. Сейчас попробую как-то показать. Сейчас буду искать такое освещение, чтобы это показать. Вон там пятнышки, видите, вот есть пятнышки. Так, как же мне это показать? А ну-ка, вот с этой стороны. Вот так может быть видно, вот под таким ракурсом, что вот центральная часть, она темная. Во, вот так вообще хорошо видно. Вот так вот. То есть, видите, прям пятно темное такое. Офигеть. И 19-й год. Здесь у нас 10,50 копеек. Они полтинничек по кругу пошла желтизна, патина. 10 копеек просто вся монотонно такая необычная патина. И с обратной стороны здесь все в порядке. Но из-за того, что монеты в капсулах, эти сохраняются лучше всего. И сейчас я хочу провести эксперимент. Достану данную монетку из годового набора. И попробую ее помыть. И мне очень интересно будет посмотреть, что из этого получится. Монету не очень жалко. Доставать, конечно, хочется ее в перчатках, но я не знаю, где мои перчатки. Поэтому я вытащу ее. Ой-ой-ой, так, как бы мне ее достать? Ага, вот у меня есть такая необычная салфетончик такой. Вот так. О! О, крутяк, да, я придумал. Отлично, она очень плотно там сидела. Блин, руки посушило конкретно. Так, вот наш десюнчик. И вот его, видите, желтые вот эти вот пятна офигенные. При всем этом монетка зеркальная, но она вся в пятнах. И сейчас я попробую ее помыть. Интересно посмотреть, что из этого получится. Монетка готова. Вот теперь она зеркальная, и никаких пятен на ней нету. Вот какая она зеркальная. У нее гурт такой покоцанный, кстати, удивительно. Вот, все, никаких пятен нету. И теперь самый главный вопрос. Сколько продержится данная монета в таком, грубо говоря, сохране? После того, как я ее положу обратно. Очень интересно понаблюдать за этим процессом. Потому что реально очень сильно желтеют монеты. Хочется, чтобы они были вот такие же идеальные, как и должны быть. Я ее сейчас впихну обратно. И пускай она там себе лежит в коллекции. А, наверное, ее надо все-таки с другой стороны. Да, целая движуха. Теперь сейчас поставить эту монету назад. Ой-ой-ой-ой. Я еще трогаю голыми руками, без перчаток. Представляете, я наверное, не представляю, какие сейчас комментарии, конечно, на этот счет, но... А что сделать?
Все ради науки, все ради эксперимента и все ради денег. Так. Заходит обратно. Эть. Ой, главное, салфеткой ее не повредить. Ну, вроде зашла. В принципе, так же криво относительно, как и стояла. Супер. Монета зеркальная. Огонь. Ставлю назад. И будем наблюдать. Где-то через месяц-два. Вот, вы мне обязательно напомните за данный набор. И мы сравним. Вот так видно, наверное, что здесь она в патине вся. А это теперь вся идеальная монетка. Вот. И посмотрим на нее теперь через 2 месяца. Если процесс, если она опять пожелтеет, допустим, там химия какая-то в реакцию вступит или еще что-то, то это одно. Если не пожелтеет, то я нашел супер способ. Вот смотрите, она вся желтая в патине. А данная монетка, она вот зеркальная, все четко, и она желтенькая. Такая слегка даже если честно, она аж посветлела. Но она такая и должна быть. То есть настолько патина была сильная, что даже не верится, какая красивая теперь она стала. Если по цвету сравнить ее с этой монетой 10 копеек, то вот видно, видите, это желтее монета, насколько чем это. Вот эти вот металлические монеты, они желтее. Это должны быть вот такие идеальные. Ну вот я ее помыл, она зеркальная, ни царапины, ничего нету. Цвет у нее реально натуральный стал. И вот будем наблюдать за данной ситуацией. Очень интересно. Вот. А вообще вся движуха затеяна из-за того, что я должен собрать годовой набор монет 2018 года. Дополнение к НБУшному годовому набору. Вот я накидал здесь целую кучу монет. Вот такие десятки. Такие десятки. Киборги. 50 копеек. 1 гривна. И 2 гривны. Вот, это все идет вот в этот альбом. И такой альбом стоит 250. Кому интересно, ссылка в описании. Пишите, задавайте вопрос. Я вам соберу такой альбом с монетками. Вот такая история. И заодно проверяю, тестирую интересное средство. Как работает, как взаимодействие будет происходить. Что с цветами? Как патина будет ложиться, если она будет ложиться. То есть равномерно или пятнами пойдет. Но мне самое главное, что зеркальное поле полностью сохранено. Вот, она вообще идеально зеркальная, вот видно. Ну, то есть proof элемент этот полностью сохранился. Вот, видите, полностью зеркальная. Вот, а по цвету она сейчас, ну, намного светлее, чем эта монета. Как бы так показать. Вот так, наверное, может видно. Она желтая, но она светлее, чем эта монета. Вот. И интересно, вот по-любому патина должна появляться. Однако вопрос, через сколько она будет появляться и какая она будет. Пойдет пятнами или красиво равномерно, или вообще радугой пойдет за счет химии. Неизвестно. Но эта ситуация мне необходимо для того, чтобы набор годовой выглядел презентабельно, а не ужасно. Потому что с такими засранными монетами еще пару лет они станут вообще черными, и хрен продашь потом этот годовой набор. Все посмотрят на монету, скажут, выкинь эту монету оттуда. А так хотя бы частично постараюсь продлить жизнь данных монет. Ну и заодно вы увидели, еще раз покажу, очень необычную матовую монету 50 копеек. Я такого не видел. Видели ли вы такое? Напишите в комментариях, что это такое. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ссылка на альбомы в описании, на листы, на все что угодно. Всем удачи, пока!